Hi, Metalhead. How do you feel? Я приветствую, Макс. Ехал, Макс. Я желаю тебе успехов. Мой ник на Фестере Warhol. Вот купил диск у харьковского тоже Metalhead'а, как и я, аудиофила. Вот, Джон До, его ник. Рекомендую покупать у него диски. Правда, у него цена велика, поэтому я смотрю, что-то у него список не убывает. Потому что цены высокие, конечно. Зато он того стоит. Вот. То есть состояние идеальное. Новенькие коробки. Вот смотрите, коробка в идеальном состоянии. Не царапанная. Вот. Диск идеальный, ни царапинки нету. Ну, на этот именно диск. Вот. Этот диск немножко, конечно, немножко, ну, чуть-чуть там есть царапки. Вот. Вот. Все идеально. Рекомендую у него покупать. Ну, я себе буду перекладывать сразу, вот, прозрачную коробочку. Это я уже сам перекладываю. Какая разница? Это российская лицензия Mystic Empire. Так что я себе вот перекладываю сюда. Перекладываю сюда себе, что я цветная. Ну, мне нравится, если есть вкладыши, то чтобы они были видны. Вот, я перекладываю себе сюда. Вот, вот такой. Вот. А это как бы спрячу. Книжка тоже буклет, как новенький, все идеально. Все обговаривается, то есть Хопис молодец, Джон До, его ник. Покупайте на Фростере, рекомендую. И продавайте на Фростере. Я вообще продал 49 дисков и один винил. Когда? Позавчера, да. Вот, ну, на днях, короче. Вот, а тут три альбома получается. Вот этот, этот разделен, то есть одна часть на первом диске, вторая на втором. Ну, у меня этот диск есть на Century Media фирменный. Так, кстати, у него уже покупал, тоже в идеальном состоянии, поэтому вот. И получается вот, ага, вот примежу три альбома, если это на втором диске. Вот, как бы получается очень даже клево. Вот, так что рекомендую пользоваться. Покупать на Фростере от Джон До. Молодец, Хопис. Ники от Джон До. Живет в Харькове. Диски все идеальные, с иголочки. Сам он одет тоже с иголочки. Так что, ну, как бы, если человек аккуратный, то и диски у него, естественно, аккуратные. Ну, если его коллекция. Я, конечно, покупал, вот, например, диски всякие, то, что не мои. Там, конечно, да, там есть, конечно, ну, сарабки всякие, там книжка убитая, но то не мои диски. Есть еще один такой в Харькове, Мутный, кличка у него, его нет на Фростере, у него фамилия Семенькин. Вот то Мутный, тот и коробки подменивает, и диски всовывает, впихивает, короче, Мутный, одним словом Мутный у него кличка, с ним лучше не связываться, но не знаю, есть ли он на Фростере или нет, скорее всего нету. Его бы уже оттуда выгнали, забанили бы, если бы он там продавал. Вот, так что вряд ли он там есть. Ну, все. Пока Metalhead'ы, покупайте аудиодиски. Трахайте живых девушек, резиновых баб MP3, нафиг. Оставьте это занятие нищебродом и всяким ватником. Все, пока-пока.